Друзья, привет! Я приветствую вас на моем канале. Очень рада с вами опять встретиться, послушать музыку. Я думал, будет баст, на-на-на, я блогер, подпишись на канал. Оставляйте мне ваши сообщения, лайки, дизлайки, размышления. Ну все, пишите мне, я хочу вас почитать и послушать. Сегодня, ребятки, слушаем РН «Дело нескольких минут» на 17-й независимый батл. Я ее не знаю, вот первый раз слушаю девочку, которая читает, которая в батле читает РН. Ну что, начнем, друзья? Поехали! Голос необыкновенный, речитатив отличный, молодец, девочка, Ирен ничего вроде. Песна, пиздец, бесполезен. Немножко материться. Ребята, она тут и Алишера вспомнила. Молодец. Необыкновенный. Все у него в этом батле есть. И украинцы, и гитара. Ну, все собрала. Но надо послушать просто вот внимательно. Я сразу не могу, вот как сказать, понять, о чем она. По-моему, она здесь все собрала, что можно. Я тебя, говорит, выгоню за 3 минуты. Называй меня королевой батла. Молодец. Она говорит, 5 минут это много или мало, за 5 минут я могу все сделать. Ну что, ребятки, я могу сказать, голос прелесть, хорошо поет, энергично. Девочка, я что-то лицо не видела, хочу посмотреть на нее. Ну, молодец, современная такая, бойкая. Это все у нее в этом батле, она обо всем рассказала.
что за 5 минут можно все сделать, что я всех положу на лопатки, что я королева. Называйте меня королевой Бакла. Ну, умница, Ирен, ты мне нравишься. Буду тебя слушать. Пока, друзья, вы как думаете? Как Ирена вам это? Ирен. Напишите, Ирен, да. Напишите мне, пожалуйста. Пишите мне сообщения, я хочу их слушать. И подписывайтесь на мой канал. Я новый блогер, подпишись на канал. Сообщения читать, наверное, да, а не слушать. Ну, читать сообщения. Зачем? А там мне некоторые такие сообщения пишут, голосовые. Пишите, ребятки, я всех читаю, мне нравится. Ну вот пока, мои хорошенькие, пока, мои друзья.